Йоу, всем привет! Сегодня расскажу вам, как сэкономить 200 тысяч свободного опыта или, соответственно, 8 тысяч голды, которые вы бы потратили для получения этого количества свободного опыта. Именно сэкономить, то есть не получить, а сэкономить свободный опыт, который вы хотели бы потратить. Два момента. Первый момент. Сэкономить таким образом можно свободный опыт, который вы планировали потратить на обучение экипажа. Допустим, у вас новый экипаж, вы хотите командиру сразу прокачать лампочку и всем членам экипажа прокачать боевое братство. Это первый момент. И второй момент. Сейчас покажу. Сэкономить таким образом можно свободный опыт и, соответственно, голду, когда у Wargaming проходит акция на перевод свободного опыта в опыт экипажа. Конкретно на эти выходные с 20 апреля по 23 2018 года проходит акция, в том числе вы можете перевести свободный опыт сразу в опыт экипажа в 5 раз выгоднее, чем обычно 1 к 25. Покажу, что это значит. Не расстраивайтесь, если вы смотрите видео, допустим, не на этих выходных, не 21 апреля, а там, я не знаю, 25 апреля. Просто запланируйте для себя то, что вам нужно отложить определенное количество свободки, накопите, когда у Wargaming будет новая такая акция, вы просто сделайте то, что я вам сейчас покажу. Акции такие проходят достаточно часто, раз в месяц, может там раз в пару месяцев. Вот. Конкретно в данном случае скоро ожидается выход итальянцев, и чтобы быть подготовленным к выходу итальянцев, нужно сделать следующее. Нужно рекрутировать членов экипажа. Пока что мы не экономим, пока что мы делаем, то есть сейчас скидка идет на рекрутирование экипажа, но не суть важно. Можно в данный момент рекрутировать членов экипажа на итальянский премиумный танк. У меня его нет в ангаре, но тем не менее я могу все равно рекрутировать для него танкистов. То есть вот это то, что я показываю, я не знаю, процентов 10-20 из вас, наверное, знают это, но отнеситесь с пониманием, потому что процентов 80-90 игроков не знают, что так можно сделать. Итак, рекрутируем командира на итальянский средний танк. За 100 голды сразу рекрутируем, не отходя от кассы, наводчика. Сразу рекрутируем мехвода и заряжающего. То есть сейчас у нас будет этот экипаж обучен на Progetto 46, но когда выйдут итальянцы через пару недель, можно будет уже переобучить этот экипаж на... Ну, у меня хватит свободки на 8-го итальянца, я на него ее переобучу. Вот, уже будет готовый экипаж, на котором можно, в принципе, комфортно будет играть. Рекрутировали мы 4 членов экипажа. Где их можно найти? Их можно найти в казарме, конечно же. Вот они, красавцы, сидят. Мартино какой-то вообще модный итальянец. А эти, смотрите, два близнеца, двух близнецов рекрутировал случайно. Так, далее. Кликайте правой кнопкой мыши. Левой вы кликните, ничего не произойдет. Кликайте правой кнопкой мыши, у вас открывается личное дело. Выбирайте умение. Командиру первым... Подождите, где у нас командир? Наводчик, вот командир. Правой кнопкой. Командиру первым перком обязательно надо выбирать шестое чувство. Обязательно, без вариантов. И жмете ускорить. Как вы видите, 8400 свободного опыта от меня просит. Соответственно, если бы акция X5, ну не X5, а в 5 раз дешевле перевести свободку, если бы эта акция была неактивна, с меня бы потребовали 42 тысячи свободки для того, чтобы прокачать лампочку командиру. Тратим 8400. Раз. И далее прокачиваем боевое братство. Вторым перком, также выбираем сначала перк, далее жмем ускорить, который мы хотим изучить. Как видите, за второй перк 16800 с нас хотят свободки. Соответственно, если бы не было акции, с нас бы взяли там 84, по-моему, тысячи получается. Примерно. Так, и еще я бы выбрал третьим перком ремонт. Ну, смотрите, получается буквально там процентов не на 100%, то есть каждый перк в два раза дороже предыдущего. 8 000, 16 000, 33 000. Ну а соответственно без акций было бы 42, 84 и 168 тысяч свободки.
Вот. Ну, не на 100%, а, допустим, на 30% с нас возьмут всего лишь 1000 свободного опыта, и при этом уже какой-никакой ремонт у нас будет прокачан, мы не будем там 10 секунд стоять на катке. Так, или командиру... Нет, командиру я прокачаю радиоперехват. Нету здесь радиоперехвата у него. Ок. Ну ладно, прокачаю тогда ремонт, если что, потом сброшу на радиоперехват, либо следующим перком его выберу. На 30%. 1000 буквально свободки. Так, ну это как бы ремонт мы пока считать не будем. Соответственно, мы потратили 8 и 16 свободки на лампочку и боевое братство. Дальше мы идем, прокачиваем таким же образом боевое братство. Выбираем. Ускоряем. Готово дело. И ремонт. Ускоряем на 30%. Ну, 500 свободки, можно даже на 40 ускорить, то, что это вторым перком. Да, пусть будет 40% ремонт. Дальше. Боевое братство. Ускорить. Ремонт. Ускорить на 40%. Окей. И заряжающий моднявый остался. Также боевое братство. Ускорить. Ремонт ускорить на 40%. Таким образом, если вы перемотаете видео на начало, посмотрите, сколько свободки я потратил. По-моему, 292 тысячи у меня свободки было. Потратил я около 50 тысяч свободного опыта. Соответственно, если бы без акций, я потратил 250 тысяч свободного опыта. То есть я сэкономил 200 тысяч свободки для того, чтобы получить минимально комфортный экипаж для игры. То есть у меня нет, в принципе, итальянцев сейчас. Но когда они выйдут, я уже буду готов сразу отправиться в бой и сразу комфортно играть с комфортным экипажем. С лампочкой, с боевым братством и с минимально прокачанным ремонтом. Соответственно, таким же образом можно рекрутировать членов экипажа, ну, допустим, вот сейчас Польша, через полгода там или через год, я не знаю, выйдут польские танки. Сейчас вы можете рекрутировать члена экипажа на пуделя и обучить членов экипажа на пуделя. А потом, когда выйдут польские танки уже, даже если у вас нет пуделя в ангаре, но у меня он есть, вот, соответственно, сможете переобучить потом уже на поляков. Ну, а в данном случае на итальянцев. Вот такой лайфхак. Итальянцев у меня нет, как видите, в дереве исследований Италии вообще нету пока что. Но, тем не менее, в казарме у меня уже сидят 4 итальянца, готовы полностью выйти в бой. Ну, только останется их переобучить потом на прокачиваемый танк 8 уровня. Вот, таким лайфхаком хотел с вами поделиться. Собственно говоря, мне подсказали его зрители на стриме. Я, в свою очередь, делюсь им с вами. Если была для вас эта информация полезным, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Можете друзьям отправить это видео. Кто-то может как раз готовиться к выходу итальянцев и таким образом сможет ускорить обучение экипажа. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.